Что тебе надо? Я Марков Данил по поводу комнаты. Чем зарабатываешь? Я стендап-комик. Трепло, да? Языком треплешь. У меня сегодня вечером уже выступление. ДК большой? Какой ДК? Дворец культуры. Какой дворец культуры? Вы что? Из какой эпохи вообще? Меня зовут Даниил Марков. Полная херня. Ну, тут как бы... Как бы, ну это... Мы там додали. Вот что ты там читал? Вы знаете, каково это жить с дедом? А надо так. Недавно я начал спать с дедом. Добрый вечер, друзья. Зритель вчера был в восторге. Поймал звездочку уже такую конкретную, да? Я так понимаю, на тех звезд ты не рассчитывать, да? Время идти тебе за пивом. Кто из вас его сын? Я. Так, ясно. До свидания, товарищ. У него сильный стресс. Заставьте его поменять образ жизни. Ну что, Вячеслав Николаевич, когда будем готовить ваше выступление? Ты мой поезд не видел? Который давно ушел. Я ехал не в повестке, как вы говорите. В тренде. Говни. Чего, номеру пропадать? Вы что, вы зря старались, что ли? Вячеслав Николаевич! Ваш внук ждет. Давай, дед, ты же крутой артист. Старики не могут шутить по-новому. А молодняк так и не научился. Вячеслав Николаевич, вам на сцену пора. Говорят, в тесноте да не в обиде. Шутки вроде появились, стали лучше. Но в целом стало еще хуже.